На самом деле, я не думал, что так долго продержится вообще эта валюта евро, потому что в каждом княжестве сидит свой царек, и я не думаю, что кому-то интересно делиться властью в своем государстве с кем-то еще, и чтобы ему указывали. Вот. Евросоюз, ну, по сути, такой же Советский Союз, который вот пришел к своему концу, да, вот, и безусловно, но я не верю в то, что это навсегда, вот, и мне кажется, все-таки именно в таком понимании Евросоюза, как одно государство какое-то, просто поделенное на какие-то части, некая такая территория, оно не будет существовать, да, связи какие-то там, может быть, там, без наличия каких-то границ, то есть, как сейчас это происходит, можно переезжать, да, но так, чтобы странам, какой-то один человек указывал всем странам, как им жить, сколько платить налогов, там, да, сколько кому деньги перечислять, кому не перечислять, это, по идее, сейчас так происходит все. Я не вникаю, опять же, в экономику. Но я не верю в существование такого государства, по крайней мере, вечно. Поэтому, скорее всего, распадется.